Согласно прогнозам Главного управления территориальной политики Московской области, здесь сегодня должны были собраться порядка 10 тысяч человек. Однако уже сейчас очевидно, что людей здесь гораздо больше. Представители общественных организаций, студенты, муниципальных административных управлений, самые разные люди. Но всех их сегодня объединяет один лозунг общий – «Крым – это Россия». Площадь генерала Еремеева в центре Подольска заполнена людьми. Жители Подмосковья приходили целыми семьями с транспарантами, флагами и воздушными шарами. Самой же большой оказалась делегация из Одинцовского района, насчитывающая свыше 1000 человек. В начале митинга приветственным словом встретил собравшихся губернатор Московской области. Добрый день, Подмосковье! Подольск! Коломна, Люберцы! Мы вместе! А когда мы вместе, когда мы одна команда, мы непобедимы. События, происходящие на территории Украины, нашли мощный отклик среди жителей Подмосковья. Мало кто понимает, как такое могло получиться. Неонацисты приходят к власти в братской нам стране, победившей фашизм. Именно поэтому решение правительства и президента поддержать народ Крыма и Восточной Украины было встречено почти полным единодушным ликованием. Президент Российской Федерации сегодня в своем выступлении сказал знаковые слова: «Россия всегда защищала, защищает и будет защищать наш русский народ». Как и все предыдущие митинги, данное мероприятие посетили представители кадетских казачьих корпусов. Молодые бойцы выразили народу Крыма полную солидарность и заявили о готовности принять участие в развивающихся событиях. Если бы вам прямо сейчас сказали бы мобилизоваться для поддержания порядка, допустим, на территории Севастополя, поехали бы? Конечно. Конечно бы поехал. Снаряжение в руки, всегда, пожалуйста, всегда готов. Праздничное событие прошло без эксцессов. Высокий уровень организации мероприятия отметили и представители администрации Одинцовского района. И волонтерам, и организаторам огромные слова благодарности за сегодняшний митинг, за то, как было организовано, за те добрые, теплые слова, которые говорили со сцены. Огромное спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, который нас все это время сплачивал. Мы были единой командой, мы 2 недели переживали за Крым и отправляли туда и гуманитарную помощь, и делегации выезжали от правительства, от областной думы. Все мы были сопричастны, сопереживали и ковали эту победу. Прошедший митинг стал итоговым в череде подобных мероприятий, состоявшихся за последние дни в Московской области. Мало кто мог рассчитывать на такой фурор эмоций, праздник музыки, танцев и искренних улыбок. Еще одно подтверждение тому, что жители России счастливы снова приветствовать Крым в своем составе. Святослав Савенков, Сергей Харитонов, телекомпания «Одинцова».